OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Между тем, истерия Запада набирает обороты. Незамедлительно покинуть Украину своих граждан призывает Норвегия, Латвия, Великобритания. Ну а Израиль, ко всему прочему, еще и вывозит из Киева семьи дипломатов. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американцы, которые сейчас на Украине, должны вернуться на родину в течение 48 часов. Гражданам Латвии рекомендовали покинуть Украину. МИД Эстонии рекомендует гражданам страны покинуть Украину. Нидерланды, Япония, Израиль, Великобритания и Южная Корея также рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину. И это все сообщения, которые пришли буквально за 48 минут, пока идет наша программа. Президент Зеленский распорядился увеличить состав батальонов территориальной обороны до 2 миллионов человек. Гражданских лиц начали обучать стрельбе из противотанковых ракетных комплексов. И мэр Киева Кличко заявил, что город готовится к осадному положению и утвердил план эвакуации населения столицы. И вопреки распространенной украинскими СМИ дезинформации, российские дипломаты, и это подтвердили в посольстве, продолжают исполнять свои обязанности на местах и не покидают территорию страны, в отличие от их западных коллег. Ну а мы уже рассказывали вам, как в разных украинских городах параллельно с профессиональными военными подготовку к возможному вторжению ведут и простые жители. Они создают так называемые отряды территориальной обороны. Сегодня расскажем об одном отряде в одном из сел Черкасской области. Это центр Украины. Жители села показали корреспонденту настоящего времени Борису Сычалко, как и чем будут защищать украинский флаг на здании сельсовета. Я стал членом охот-коллектива при Радянському Союзі. З Путіним гратися не можна, бо ця людина себе вважає царком Радянського Союзу. Бути в війні, не бути в війні, а щоб ми були готові до будь-якого вторгнення. Оце 56-го року, оцього 16-й калібр. 12-й калібр, це йому десь років 15. Ну, вони хорошо стріляють. Дуже хорошо. Не хорошо, а дуже. Николай не военный, не ветеран, но охотничье ружье с недавних пор держит наготове. Вместе с односельчанами посмотрели, что происходит в больших городах. Там и территориальная оборона, и вооруженные силы маневры проводят. Подумали в селе, а чем они хуже? И решили, украинский флаг на сельсовете будут защищать силами добровольной территориальной обороны. Что Хацки, что Степанки, что Киев, это территория Украины. Украины, вы шановный, забирай свой прапор. І йди з тим прапором у Росію, отуди до Януковича, а там цепляй собі той прапор і з ним займається. А в мене прапор, мій прапор, жовто-блакитний. Оце, я вважаю, це моя земля. Это Александр, инициатор первой в Украине сельской тероборони. С Александром мы познакомились несколькими часами раньше. А там, де ми повертали, я планую, в случае чого, там засада, там є міст, ага. Дальше. І в случае підуть, рвонуть міст, а те, що пройшло, все уничтожить. Як ви з усмішкою про це говорите? Ну так, а що я їм плакати должен? Александр – ветеран боевых действий на Донбассе. Он один из немногих местных, знает, что такое война. И сейчас собирает охотников с ближайших сел. Александр прекрасно понимает, лобовую атаку российских танков селяны не выдержат. У него есть своя диверсионная тактика. Группы должны быть мобильные, раз. А у каждого дворе стоит хотя бы «Жигуль». Вот группа села и полетела по вызову. Маленькая группа, которая будет в любой момент, я, допустим, по рации связался, там, 01 или 02, там перша група туди, друга туди, третя, четверта остається на місці. Слава Україні! Александр хоче зібрати по 25 чоловік з кожного села. В округі 7 сіл. Я так привик, щоб завжди за своє село. Ну, ніхто не хоче руського світу цього. Ну, ми ж все бачимо, що воно робиться. Я працюю за кордоном, а це приїхав в відпустку і не уїжджаю, чекаю. Серйозно, да? Так.
Ну, щоб потім не вертатися. Да, дорого буде. Ми знаходимося на території, де ніколи не було пана. У нас були вільні козаки. Коли я приходив до свого діда, був маленьким, коли я до його здоровався, він мені завжди відповідав. Здоров був козаче. Розумієте, так що в нас тут дуже багато в Холодному Яру, у нас в партизанських загонах воювали люди. За людську кров пролиту нашу, українську, щоб їх пекло, щоб вона їх жарила тут, щоб він не спав тут спокійно, щоб прийшов сюди, щоб він тут не вольствував. Він буде знати, що я прийду, якщо що. Російську угрозу тут воспринимают абсолютно серьезно. На эту тему не шутят. Недалеко от села проходит трасса на Киев. Если будет война, войска будут рядом, говорят селяне. Вместе с охотниками Александр изучил все подходы к селу. Чуть подчистив, тут уже можно вести бій. И все отходы для схронов. Вот там, если проехать туда дальше, то там еще даже есть доты, дзоты. Время войны. Великая тесть. Немецкая, да. И там же и болота, и там хлопцы тоже будут. Понимая, что дело набирает обороты, тероборону поддержал даже сельсовет. В кабинете с картинами Тараса Шевченко на одной стене и казаками на конях на другой местный голова докладывает, для теробороны уже выделили штаб. Там полным ходом идет ремонт. В ближайшее время закупят рации. И когда они сами проявляют инициативу, мы только запитываем, что вам треба. Там десь кудись поїхать, ми можемо палом допомогти. Зараз вони говорять, що їм треба там радіостанції. Ну, дійсно, радіостанції потрібні. Тому ми закупляємо зараз радіостанції. На сільську тероборону приїжджали смотреть даже з обласного центра Черкас. Єсть одно «но». Пока полностью не сформирован штат областной организации, помогать сельским по законам о национальном сопротивлении нельзя. Поэтому с селянами поговорили и пообещали помочь потом. Когда потом, не уточнили. Селяне возражают, российское наступление, если верить новостям, не за горами, а нужно еще обучить подрывной деятельности, диверсионной, помочь с вооружением, охотничьего ружья надолго не хватит. Несмотря на все «но», местные охотники, которые в жизни войны не видели, уверенно говорят, того, что есть, на первые недели боев хватит. А дальше, как в поговорке, война план покажет. Если уже будет война, война, и то есть, російська армія піде на Україну, в мене рука не дрогнеть. Чому не дрогнеть? Тому що я захищаю свою країну, свою сім'ю, своїх дітей, своїх внуків. В мене палець не дернеться.